Народное средство. Растение для чихания. Алоэ вера называется. Нет, это не алоэ вера. А что это? Не знаю. Это алоэ вера. Это не алоэ вера, Саша. Ну честно, не алоэ вера. Короче, должно быть. Как на мой взгляд, это как-то так должно выглядеть. Ага. Честно, ни разу не делала, не знаю. Когда мне делали, мне было 3 года. Так что не помню. Интересно, погнали. Как выдавливать будем? А я, короче, тут фату нашла. Ага. Ну, она как марлечка, так что мы сейчас сюда все соберем. Ага. Будем давить. Ну окей, давай попробуем. Да, прикольно, да? Да, прикольно. Такая хрустящая прям. Да, хрустящая. На вкус. Нет. Я лучше не попробую. Погодил. Не знаю, если стебли тоже надо. Да, давай без стеблей. Ну, ладно. Далее еще прогружаем марлю. Прогружаем? Загружаем. Ну да, загружаем, получается. Угу. А ну-ка, немножко поставлю, посмотрим, как пойдет. Так. Это вот сюда будем выдавливать. Хрен там, да? А, ты попробуй на них прямо нажимать. О. Ебать! Не материмся. Ну тут дофига уже как бы вышло. Ну, мне кажется, да. Тут можно. Я себе тоже закапаю, да, для прикола. Тут целого буйвола можно уже закапать. Ну, мне кажется, достаточно. Ну да, вполне. Там же капельку, да, надо? Да там, где капельки, на одну ноздрю, а еще где в другую. Окей, я возьму вот этот рулон. Если что, Муруму, я любила тебя. Ага. Прикольно. Все, послали. Завещание писать? Да, ну, что там завещать? Компьютер? Ага. Ложись еще. Надо, чтобы ты параллельно, прям горизонтально. Ну, давай. Параллельно, горизонтально. Погнали. Давай. Два в одну и два в другую. Нет, а что ты пипетку не возьмешь? Нет, нет, пипетки. Ох, его бы. Задри еще. Еще задри. Стой. Стой. Давай, вдыхай. Ох, ё-моё. Ага. Походу, я не чихать буду, а кашлять. Пошёл процесс. Ага. Да. Ох, ё-моё. Ты главное чихай, не держи в себе. А по мне видно, что я очень держу в себе. Мурома, один другого посылают. Короче, вот что происходит после того, как капаешь в нос лаванду. Да это не лаванда. О, лаванду говорю, алоэ. Да, Димитрис говорил, что это алоэ. Это не алоэ. Позвони ему потом и узнай. Это не алоэ. Это алоэ было.
Это другое алоэ. Алоэ вот это он привез. А это другая пчихалка. Это что у мамы брали. Это кактус. Какой нахрен кактус? Это же разновидность кактуса. А нахера его в нос? Чтоб чихать. Так алоэ надо было. Охренеть. Кактус. Короче, получается, блядь. Вот что происходит, когда капаешь кактус какого-то разновидности, я не знаю. Погуглите, посмотрите, пиздец. Мне чуть ли нос не оторвало. Как ощущения? Ну, ощущения стали лучше, вертолеты ушли. Надеюсь, что у меня не коронавирус. Ну, в принципе, если да. Коронавирус, мы всех сегодня заразили. Ну, всех да. Родителей. Официально. Можно не делать тесты и не ходить к вакцинации. Вот так вот. Хэппи-энд, короче. Хэппи-энд. Я пока что живой.